Всем привет! Сегодня приготовлю куриные стрипсы. Это самый-самый вкусный рецепт. Поехали! В подходящую посуду отправим куриное филе, порезанное полосками. Это куриная грудка. Отправим соль, чеснок, черный перец, острый перец по желанию. Можно исключить. Прованские травы, вольем молоко, отправим кукурузный крахмал, пшеничную муку и все хорошо это перемешаем. Накроем и оставим на час мариноваться. Прошел час. Филе промариновалось у нас. Продолжим. В тарелку выкладываем муку. Всыпаем. Также добавляем крахмал. И также добавим соли. Все хорошо перемешаем. Теперь достаем курицу и отправляем ее в панировку. Вот один раз обваляли, берем и снова сюда в маринад опускаем. И потом еще раз в панировку. И прям муку с крахмалом прям вдавливаем в кусочек. Вот такая текстура должна получиться. Вот видите? Так проделаем сейчас со всей курицей. Все подготовили, теперь отправляем в разогретое масло обжариваться. Обжаривать будем до золотистой корочки, до готовности. Стрипсы получаются хрустящими, очень хрустящими. Стрипсы приготовились, выкладываю их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек. Таким образом мы обжарим все наши стрипсы. Итак, друзья, стрипсы наши готовы. Вот так они выглядят. Поверьте мне, это очень вкусно. Вы не будете покупать, вы будете готовить сами, если один раз попробуете приготовить. Они вот хрустящие. Это очень-очень вкусно. Подавать можно с любым соусом. Всем желаю приятного аппетита, кто ест. Берегите себя, друзья. До скорых встреч. Готовьте в удовольствие. Пока-пока. Приятного аппетита. Пока.